танк Т-72 для Украины. Такой подарок для наших вооруженных сил сделала Чехия. Чехия – одна из крупнейших стран-доноров военной помощи именно Украине. Она фактически стоит в одном ряду с Соединенными Штатами Америки и Великобританией. Сбор средств на танк чехи начали в начале сентября в рамках инициативы «Подарок для Путина», которая существует с мая для покупки необходимого украинским военным оружия. Факт поддержки чехов со сбором средств на новый танк для Украины – это еще один сигнал того, что нам верят, что Украине доверяют, и европейцы убеждены в том, что именно Украина является щитом, защищающим Европу от российской агрессии. Ровно за месяц чехам удалось собрать больше миллиона евро. А об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Прибынис на своей странице в Твиттер. Чехия стала первой страной, где обычные люди купили для украинской армии танк. Модернизированный Т-72 «Эвенджер». 33 миллиона крон с помощью инициативы «Подарок для Путина» собрали более 11 тысяч человек. Спасибо! Танку для вооруженных сил Украины дали имя «Томаш». Танк назвали «Томашем» в честь первого президента Чехословакии Томаша Масарика. Танк Т-72 – модернизированный советский танк Т-72. Он защищает экипаж лучше, нежели традиционная версия. У него обновленные гусеницы, динамическая защита и более новые системы наведения. Т-72 может уничтожить танки, бронетехнику, низколетающие цели и живую силу противника. Перевести танк в Украину поможет чешское Министерство обороны. Проект «Подарок для Путина» работает в формате интернет-магазина. Его запустил чешский бизнесмен Далибор Дедек. Все собранные денежные средства попадают на счет посольства Украины в Праге. Затем их тратят на покупку военной продукции чешского производства у чешского оборонпрома. Весь процесс проходит при участии Минобороны Чешской Республики. На спецсчет посольства Украины в Праге за это время чехи перечислили более 213 миллионов крон. Благодаря проекту летом украинские военные получили два разведывательных беспилотника «Бивой». Чехи, собирая такие средства, это самосознание общества, сознание граждан. Они не ожидают, что государство должно делать само, они сами государство. То есть граждане являются государством, и они усиливают саму власть. Чехия помогает Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ и входит в пятерку самых активных стран-доноров. На июль подсчитано, что чехи оказали нам помощь в размере более 400 миллионов долларов. И это оружие от самого простого к самому сложному. Танки, БМП, стрелковое оружие, вертолеты. Теперь организаторы кампании по просьбе Киева собираются закупать боеприпасы для танков, ракетных систем РМ-70 «Вемпая» и чешских самоходных гаубиц «Дана», которые уже есть на вооружении ВСУ. На этот раз планируют собрать 40 миллионов чешских крон, около 1 600 000 долларов.